Сорт винограда под названием «Кристалл» весьма популярен среди виноградарей. Он интересен необычайно сладким вкусом ягод, хорошим морозостойкостью и скороспелостью. Чтобы получить отличный урожай данного сорта, в первую очередь нужно разобраться в его особенностях и требованиях к уходу. Виноградный сорт «Кристалл» является техническим, однако это не означает, что он в чем-то уступает другим. Сорт отлично подходит для выращивания в садах, не создает никаких проблем и обладает отменным вкусом. Многие профессионалы считают «Кристалл» одним из лучших сортов. Для большинства регионов «Кристалл» – это неукрывной сорт. В средней же полосе он требует укрытия на зиму. Виноград этого сорта употребляется в свежем виде, применяется в винах типа хереса, компотах, соках и других заготовках. При транспортировке внешний вид может ухудшаться, однако вкусовые качества остаются неизменными. Виноград «Кристалл» отличается сочной и сладкой мякотью ягод, однако его внешний вид может показаться не самым эффектным. Не беда, это с лихвой окупается чудесным вкусом. Ягоды «Кристалл» очень сочные, а мякоть нежная, поэтому кажется, что они переполнены соком. В плодах присутствуют косточки, которые очень полезны. В них сосредоточены ценные эфирные масла винограда. При переработке ягоды отдают много сока, до 70%. Цвет плодов кристалла желтовато-зеленый или золотисто-зеленый, размер средний. Форма круглая или немного вытянутая. Беловатый оттенок ягодам придает пруиновый, также называемый восковидным, налет, защищающий виноград от вредных бактерий. Каждая ягодка этого сорта весит до 2 граммов. Сахаристость составляет от 17 до 18%, а кислотность – от 6 до 7 граммов слэш-л. Сок созревших ягод сладкий и поэтому очень липкий. Кожица плодов не растрескивается при созревании. Грозди отличаются почти конической формой стандартного размера. Вес каждой грозди может доходить до 180 или даже 200 граммов. Большинство гроздей являются плотными и лишь некоторые – слегка рыхлыми. Зрелые виноградинки кристалла долго не осыпаются с веток. Продолжительное выдерживание гроздей на лозе добавляет ягодам сладости, однако нижние ягодки немного подвяливаются. Лучше всего не затягиваться сбором или же как можно скорее использовать нижние плоды в дело. Куст кристалла имеет среднюю высоту, темно-зеленый лист среднего размера с сильной рассеченностью и без опушения. Свежие побеги имеют красноватый оттенок, а нагрузка составляет 60 глазков на один куст при обрезке лозы на 3 или 4 глазка. Число гроздей на каждый побег – 1,3, а вызревание побегов просто отличное – от 85 до 90%. Ягоды держатся на кустах весь сезон. История селекции и регион выведения. Виноградный сорт «Кристалл» представляет собой работу венгерской селекции. Родительские растения – это гибрид амурского и чело-целоёж, а также сорт Виллер-Блайн из Венгрии. В результате получился виноград с европейской амурской родословной. Особенно ценно, что новый сорт оказался сладким и в то же время очень зимостойким, выдерживающим мороз до минус 29 градусов Цельсия. Цветы кристалла обойполые, что позволяет использовать его в качестве опылителя для различных сортов. Важно! Для получения превосходного урожая требуется регулярный санитарный осмотр кристалла. Лучше всего совмещать эту процедуру с прореживанием кроны. Не помешает и прочесывать кисточкой грозди, когда на них образуются ягоды. Приятной особенностью и заметным преимуществом сорта «Кристалл» является его высокая зимостойкость. Он с успехом выращивается не только на юге, но и в средней полосе и даже в Подмосковье. Основное условие успешной зимовки в средних широтах – теплые укрытия на зиму. «Кристалл» считается очень ранним сортом со сроком созревания ягод от 110 до 115 дней. Урожай, как правило, собирает в период от 16 до 30 августа. Средняя урожайность составляет 160 цг, а максимум – 200 цг. «Кристалл» отличается высокой холодостойкостью и выдерживает до минус 29 градусов Цельсия. Очень устойчив к болезням,
вызываемым грибками. Также сорт может похвастаться высоким аффинитетом к подвойным сортам, хорошей совместимостью, стабильно богатым урожаем и отменным качеством натурального вина. Важно! На зиму сорт не закапывается, а лишь обрезается и хорошо укрывается. Если лоз не очень много, можно обойтись без обрезки. Сорт винограда Кристалл устойчив ко многим грибковым заболеваниям. 2 балла к милдию и 2,5 к каидиуму. Виноградарей порадует и тот факт, что Кристалл обладает генетической защитой от серой гнили. А если дважды за сезон опрыскать кусты фунгицидом, они не заболеют даже в лето с дождливой погодой. В целом, сорт считается комплексно устойчивым. Такой сладкий виноград, как Кристалл, может привлекать ос, которые любят лакомиться соком плодов. Для защиты от них используются ловушки со сладкой водичкой, сетки на гроздьях и регулярное устранение осиных гнезд. Против птиц, которые также могут покуситься на спелый и сочный урожай, лучше применять не пугало, а сетки из нейлона или металла, зеркальные шары или трещотки. Болезни и вредители 2, как и всякий виноград. Кристалл может пострадать от вредителей. Справиться с ними помогут профилактические обработки комплексными инсектицидами. Кроме того, важно вовремя удалять сорняки, рыхлить землю вокруг кустов, очищать побеги от старой коры и ежегодно перекапывать почву. Для здоровья виноградника необходимо также раскорчевывать и сжигать больные растения. Как видим, виноградный сорт Кристалл обладает многими прекрасными качествами. Не боящийся морозов, высокоурожайный и не требующий излишних хлопот сорт может стать любимцем любого виноградаря.